Спортивно-образовательный проект «Спорткоманда самбо в школу» прошел этой весной. В нем приняло участие 400 школ из всех регионов. По итогам конкурса абсолютным победителем стала команда школы 26. Самбо здесь занимаются 70 ребят. Сегодня это воспитание характера, сегодня это утверждение самого себя. Ну и, конечно, мы очень благодарны сегодня Федерации самбо в городе Сочи, которая победителем проекта. Вот, построила такой замечательный спортивный зал, который, конечно же, будет всячески способствовать тому, чтобы в микрорайоне «Голубые дали» каждый молодой человек, каждая девушка имела возможность заниматься спортом, заниматься самбо. Самбо – один из самых динамично развивающихся видов спорта в Сочи. Сегодня в городе им занимаются более 1600 человек. Работают две специализированные спортшколы и 4 секции по одной команде в каждом районе. Сочинские спортсмены успешно выступают на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Одни из самых именитых – Арсен Хаджан, чемпион мира, и Карлен Полян, трехкратный победитель Кубка Европы и чемпион Европы по самбо. В рамках проекта «Самбо в школу» планируется приобщить еще больше подростков к этому виду спорта, как на занятиях физкультуры, так и во время факультативов. Проект сегодня зазвучал и в городе Сочи, там, где прошли Олимпийские игры, и там, где пройдет в ноябре месяце чемпионат мира по самбо. Я думаю, что вы в нем активно примете участие и как зрители, и как болельщики. Открытие зала решили провести не только торжественно, но и весело с приглашением сочинца, участника проекта «Голос» Ника Немана. Сегодня здесь звучали песни, а уже завтра в специализированном помещении абсолютно бесплатно могут заниматься все ребята микрорайона. Здесь работает несколько тренеров по самбо. На территории школы можно учить детей единственному национальному виду спорта, который пропагандирует здоровье, успех, сопереживание и сотрудничество. А у тех ребят, кто занимается самбо второй или третий год, конечно, желание одно – достичь высот Александра Карелина и Федора Емельяненко. Желание работать и достичь того же, чего эти люди. Я хочу стать олимпийской чемпионкой, для этого нужно тренироваться и еще раз тренироваться. Проект «Спорткоманда самбо в школу» реализуется Всероссийской федерацией самбо, Министерством образования и Министерством спорта России. И во многом благодаря муниципальной программе по развитию спорта в городе в конкурсе отличилась не одна сочинская школа. Второе место заняли ученики 6-й гимназии. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.